Звенигородская детская библиотека предлагает вам принять участие в патриотической акции «Герои живут среди нас». Это онлайн-чтение историй из книг «100 подвигов обычных людей». О настоящем подвиге в самых разных его проявлениях – смелости, мужестве и человечности. Дмитрий Михайлов. Город Москва. Дмитрий Михайлов из Москвы создал волонтерский проект «Погуляй собаку». С 2018 года участники проекта ездят в приюты Подмосковья, чтобы выгулить животных, которые целыми днями сидят в заперти. О помощи животным Дмитрий Михайлов всерьез задумался после поездки в Пуэрто-Рико. Крупная международная компания, в которой он работает, предоставляет сотрудникам возможность заниматься волонтерством в разных частях мира. Так Дмитрий попал на остров, где помогал животным, пострадавшим от сильного урагана. Он увидел переполненные клетки, отсутствие ухода, страх в глазах несчастных животных. Вернувшись домой, Дмитрий понял, что проблема бездомных животных есть и в России. Когда ты узнаешь что-то ужасное, то все остальное уже кажется менее ужасным и побуждает тебя действовать, говорит Дмитрий. Он позвонил в приют и договорился, что приедет выгулить собак. «Сначала мы ездили вдвоем», вспоминает Дмитрий, «и я до сих пор помню собак, прыгающих от радости, что с ними сейчас погуляют». С тех пор к проекту «Погуляй, собака» присоединилось много неравнодушных людей. Сейчас проект охватывает уже 5 приютов. Конечно, у каждого активиста есть свои заботы, семья, работа. Но они находят время, чтобы пообщаться с животными, насыпать кормом в миску, расчесать шерсть или утеплить будку. Для выгула волонтерам предлагают только неагрессивных собак. Поэтому часто в приюты приезжают семьи с детьми. А еще в приютах можно погладить котиков. Вниманию и общению здесь все рады. Среди волонтеров проекта есть фотографы. Снимки с выгулов собак получаются такими искренними и теплыми, что это помогает найти бездомным новых хозяев. Несколько приютских собак нашли своих семьи в других странах. Иногда и сами волонтеры забирают из приюта питомца, к которому успели привязаться, или становятся его кураторами, если вдруг не могут взять животное домой. Дмитрий Михайлов приглашает всех желающих присоединиться к проекту «Погуляй собаку», ведь это так просто – отвлечься в выходной день от интернета, погулять с собакой, почесать ее за ухом и угостить ее вкусняшкой.